Фасад девятиэтажного дома, расположенного в восточной части Листы, украсит яркое граффити, изображающее одного из богатырей калмыцкого героического эпоса «Джангар». Уже на протяжении 10 дней талантливые молодые художники Царин Адбитов и Виктор Куберлинов аэрозольными красками вырисовывают каждую деталь иллюстрации. Содействие созданию граффити оказывает администрация города Листы. На данном доме решили изобразить иллюстрацию из эпоса «Джангар», отойти от военной тематики, сделать работу цветной, чтобы было немного веселее и радостнее жителям. Сделать более красочную работу и немножко отойти от портретной тематики. Немножко сменить, скажем так, жанр, чтобы перейти на что-то более яркое, красочное, попередающее колорит нашей республики. Было решено изобразить иллюстрацию из эпоса «Джангар», чтобы молодое поколение и жители республики знали историю и культуру родного народа. Данный проект – это заказ администрации города, который выделяет средства и предоставляет технику. Проект мы закончим уже сегодня, и мы не хотим останавливаться. В планах продолжить рисовать еще. И хотелось бы изобразить что-то направленное на искусство, может быть, музыка, танцы или изобразительное искусство.